Подождите, давайте. Короче, карта Красноуральска. Куда мы сейчас едем? Нам надо сейчас с вами открыть гаражи первым делом, чтобы мы могли перевозить. Я ни хера не понимаю. Чего ты ни хера не понимаешь, блядь? Да их я зависла игра. Гаражи открываем. Какой завислый? Пересаживай сейчас какую-нибудь машину. Вон, давайте вот в эти Уралы пересядем как раз. Они отвисло все. Малюсенькие. Я на приключение. Нам, короче, сейчас надо с вами открывать эту карту, чтобы найти, где стоят машины для гаражей, чтобы открыть гаражи. Только тогда мы сможем загрузить себе лес на лесоповале. Поехали сейчас все в разные стороны, блядь, искать эти машины. Ферштейн, я попёр, короче. Ух ты, меня в небо подкинуло. Чё за херня? Это ты пересядь с тем, с прицепом куда-нибудь. На другую тачку. С тем прицепом пока не езди. Это мы позже сейчас откроем сначала все. Ай. Потом посмотрим. Тёма, чё стоим? Хуя себе, чё стоим? Едем, блядь. Да ёбаный ты в рот, блядь. Не так выкинул. Ручник не забывайте снимать. Пересядь на другую машину спокойно. Нажимаешь F1 и пересаживайся, братан. Блять, на меня, короче, спикировало грузовик и ебанул по моему. И все, у меня машина сломалась. На другую пересядь, там не проблема. Хуя, смотри, здесь трактор стоит, блядь. Да. Скребок, нахуй. Если что, блядь, тебя пугает. Просто жопа, блядь. Ну ты пересядь с той машины, она лагает, потому что перевернулась. Да я пытаюсь, ё-моё. Да, Тёма, ты чё встаёшь? В смысле, чё я встаю? Едешь, едешь, останавливаешься. Так, нам надо карту изучить вообще, куда. Ты поехал туда, давай я куда-нибудь направо, что ли, сейчас сверну. Направо сверни, ты. Направо нет пока дороги. Да есть там, бля. А, точка не разведана? Да, сейчас я её поеду, открою тогда. Хотя вот она, справа меня. Не-не-не, левее, ехай ко мне, направо повернешь. А, ну правильно, нахуй, похуй, так иду. Вот, да, поворот. Ну куда пролетел-то, блядь? Точку ищу. А, да вон хуёчку, она, да. Сейчас я за гаражом здесь объехать, здесь лес, блядь, кругом. Не объедешь ты там, блядь. Объезжаю, уже объехал. Да, ну иди ехай на канаву. Слушай, она в какой-то, блядь, в канаве. Блядь! Ух ты, ебать. А я как пересел на другой, и он тоже куда-то скачет. Улетел, давай, восстанавливайся в гараже, открывай. Давай. А как? F1. Нажимай. Да катись, все, ты, блядь, пиздец. Открыл, все. Да. Теперь в гараж обратно. Зачем? Я и так выйду отсюда. А, ну если выедешь, все. Так, машины. Давай искать срочно машины на нас, чтобы в гараже. Так, открывать. Слушайте, потише. Давай, Диман, пуля, вытащи ничего не Димана. Знает. Пуля, вытащи Димана, вернись. Да я вон опять назад в эту тачку вернулся. Они обе крякнули, в общем. Там еще есть одна машина. Вернитесь кто-нибудь к Диману, помогите ему тогда. Я в одну сел, она, блядь, на нее спикировала другая тачка, раздолбала. Пересел в другую, она в канал, хуяк покатилась сама. Ты... Не заплатил ничего. Нету там нихуя больше. Попробуй перезайди, Диман, просто. Ничего не изменится. Не, перезайди и нормально будет, да. Ладно, хорошо. Так, конечно, где точка не разведана, туда я, короче, к ней двигаюсь. Ого. Только что-то она уже с туроном. Все, вот вижу, Димон пришел, сел за Урал. Вот, отъедь сразу оттуда и все. С прицепом пока не садитесь, там, видать, что-то... Миксуют как-то, блять, эта вся херня. Так, где у нас эта точка? Левее надо брать. А я здесь через лес не проеду, да, на этой дороге тогда все. После моста налево. Так, открыл грузовую, блять, часть для гаража. Гаражной части открыл? Да. Слушай, все, я тогда к тебе сейчас еду. Нам надо их цеплять по-любому. И вести в гараж. Нет, здесь стоит там? КамАЗ. Он стоит с гаражными частями? Да, я пересаживаюсь, короче. Вот, я еду к тебе сейчас на эту точку тогда. Охуеть. Ты ж там был, пуля. Я поехал. Я слева был. Слева был. Так. Александр, так. Я правильно еду к тебе, Тёма? Ехать или как? Да, сейчас налево ехай потом. А, во. Налево? Развилки.
я туда вот еду. На развилке налево. Да, на развилке налево, все, еду, несусь во весь упор. Мы сейчас с тобой откроем верхний гараж тогда. Пацанам тогда надо взять эти тоже части и поехать открыть нижний, что ли, гараж. Слушай, ну Урал вот этот неплохо идет, маленький, который. Урал Next, что ли? До меня ехай прям. Девятая и... передача у меня сейчас включена. Охуеть. Только нам куда? Левее бери. Ну вот ты на дороге Рано стоишь, да? Вас. Ну, про меня проезжай с левой стороны и направо. Ебать. И пересаживайся на КамАЗ и поедем вместе опять. С тобой. Да, сейчас. Димон, гони за мной. Пролетел я рядом. Да не с этим. Вот, да, здесь. Ты сейчас рядом? Он здесь у жилого дома, что ли, где-то стоит? Направо. Направо поворачивай. Угу. Там рядышком, только не зацепи. Как-нибудь направо, поставь, да. Чтобы потом, если что, можно было развернуться. Да я вон смотрю. Да, все отлично. Так, вот так, короче, сажусь. Пересесть. Все, я попер сейчас за тобой. А нахуя направо, если ты направо уже поехал? Вам надо взять сейчас тоже гаражные части, чтобы открыть нижний гараж. Ой, да. Гаражные части где брать? Вот мы сейчас здесь. Я взял сейчас, вот выезжаю отсюда. Увидишь на карте. Поехали, Тёма. Карта, я ходил. Всё, нам прямо надо ехать. Ладно, отойду пока. Катайтесь. Тёма, мне куда ехать сейчас? Ты смотрел вообще? Нам прямо пока этой ехать. Дорогой, и мы прям, наверное, в гараж и приедем. Нет. Ну там чуть-чуть. Там подъём. Да, повиляем, посмотрим. Ну мы его откроем сейчас. Стопудов, по-другому не может быть. Хороший, да, вот этот КрАЗ, блядь? Да, хуя, что-то... На котором ты ехал? Нет. Не, вот на которых мы сейчас едем. Он тоже хороший. Всем удачи, играйте. Давай, Мишаня, удачи тоже. Да, может, завтра зайду, может. Давай. Здесь остановись, подумаем. Давай. А чё, вот справа будет, уходит дорожка, я так понимаю, мы на нее тоже уходим. К точке неразведано как раз. Подожди, смотри к гаражу, какая хуйня идет. Сверху мы не проедем в гараж, сверху не проедем точно. Там леса, мне кажется, нам надо где-то снизу, видать, к нему подъезжать. Поехали, сейчас посмотрим, короче. Вон, я вижу уже на той стороне гараж, блядь, на той стороне... Там река, что ли, какая-то, подожди. А, или это я пилораму вижу, наверное, пилорама. Пилорама там. Да, сейчас направо, короче, сворачиваем по-любому. И чё тебе, куда? А, мост подъёбка, походу. Я не знаю. Наверное, да. Так, давай пацанам подскажем, куда ехать. Там, ставьте, чтобы, если чё, потом воскреситься можно было нормально, а, блядь, не крутиться, как ебанутым, блядь. Стоп. Тащи меня. Сел, пизда ему. Ты чё, братан? А где он там сел тут? Хуёво. Так, давай, выехали. Вон точка неразведана. Давай, откроем. Бля, ебать, он короче, тащит краску, пиздец. Да. Так, вперёд, я встал, Стём. Как взять братана на трос? Опа-на, тут... Слушай, назад, сказал, да, вернуться вы... надо, назад. И там, видать, нет, по той назад. Дороге... Нет, а, назад. Вот здесь, где пилорамы, видать, переезд, вы да, нажал. Такой? Ага. Все, поехали. Я прям здесь напрямки сейчас ебану. Давай я сейчас сам попробую. Надеюсь, не перевернусь. Витя говорит... Это хуета игра. Ну, это Витя говорит. Что-то получилось? Слушай, мне не хватает мощи здесь заехать. Блять, ты где, ёпты, я уже здесь нахуй. Где? Развернись и обратно ко мне ехай. Окей. Тоже по дороге здесь увидишь, блять, съезд, и мы вот здесь проедем здесь. Нет. Чё, пуля, говоришь? Я говорю, что-то получается, тебе бросаю запрос. А, принять предложение лебедки, да? Да. Всё. Сейчас мне... Блять, меня здесь заваливает на бок жестко прям. О, нихуя. Взял его. F лебедка цеплять, если что, вести. Да. Тащить просто.
Так, Тёма, ты если будешь сильно там нырять, остановись, чтобы я тебя вытащил. Всё. Так, ну давай. А как расцепиться? Я расцепил уже. На крестик нажмешь там и все, и он отцепляет. Как там, Тёма? Выходишь? Тяжеловато, но... Стой, далеко с берега не уезжай, вдруг я здесь засяду сейчас в воде. Вот как я стою, вот так вот ехать. Да. Тебя тасканет сейчас мордой вниз, но ты выйдешь. Все время на М же. Ехай, ничего не крути. Просто ехай, пиздец. Так, а сейчас нам куда? Вам вниз надо будет ехать. Вот заправку надо это открыть, да? Нет, стандартный кразы рулят, пиздец. Нахуй. Да, он хорошо идет. Блять, карту не могу нормально придвинуть. Там на правую там кнопку мыши. На, блядь. Все, открыли. Серьезно, гараж с тобой, отлично. Подожди. А, мне надо загрузить его. Все. А, вот оно. Так, теперь давай смотрим, короче. Мы можем, в принципе... Иди. Подожди, они сами откроют тот гараж. Мы, может быть, с тобой сейчас... На разворот иди. Да, окей. Только ставь так, чтобы можно было выехать. Здесь, смотри, еще рядом стоит он сервисный КамАЗ тоже. Я вот так вот встал. Я также стал. Блядь, а где заправка? Так, подожди, карта. Что у нас здесь есть? Мы с тобой сейчас едем на лесоповал, в самый низ. Блять, это заправка вообще на другом берегу. Прикинь, нормально, да? Заодно откроем это. Вы а на заправку? Заправлять. Не езжайте сейчас на заправку. Езжайте, пока открывайте гараж. Вы сели в машину, езжайте обратно в гараж. Подожди, может у них вообще полбака, они хуй доедут. Доедут. Бака много. Ну не полбака, но так. 480 литров. А, 366. Слушай, а мы с тобой так, где за... У нас сколько с тобой бензина? У нас хватит еще доехать нормально. Короче, я устанавливаю все себе здесь. Только дополнительные ставь. Так, платформа лесовоза, да? Угу. И прицеп-роспуск. Правильно? Да. Только не спеши дополнительные ставь, что можно... А нихуя нельзя. Дама-попутчик ставлю. А, нет, не активно, нихуя. Опора для крана не надо, наверное. Пожаробезопасный выхлоп вот поставлю еще. Все, больше здесь ничего нельзя ставить. Мы же ведь на стандартных едем. Ну, короче, погнали тогда. Так, мы с тобой сейчас свернем где-то опять. Здесь же переезжаем депилорамы и там ебашим через эти болота, что ли. Вниз куда-то. Так, это надо к разведанной территории. Вот не разведано, где подъехать. Заодно открывайте точку неразведанно, да. И у вас откроется дорога, как вам ехать. А мы тут опять вброд поехали. Не спеши. Давай. Тимон, ты бы не уезжал далеко. Да я вот по карте смотрю, вот дорожки. Сейчас там дорожки выйдешь, посмотри, как нам точки ехать. Может быть, чтобы точку не разведанно открыть, чтобы у нас дорога открылась. Уж нам по-любому сейчас надо с тобой... по дороге открыть несколько точек, Тёма. Подожди, чтобы сейчас и пацанам было легче ехать, и нам. Так, они-то что там вообще мудрят, блядь? Они все там еще стоят. А, вон, да, налево, Димон, и езжай вниз, открывай точку, там неразведано. А мы с тобой сейчас поехали вот так, чуть правее держаться. Там камни еще вон нарисованы как-то. Поехали. Подожди, нам надо, значит... И заодно откроем точку неразведанную там. На лесоповал, да? Хотя могли взять краны и загрузиться на точке погрузки, блин. С одной стороны. Ну ладно, давай с лесоповалами пока поездим. Слушай, а если полный привод отрубать, то бензина меньше, да? Меньше, да, ну если дорога хорошая. Если дорога хорошая, то вырубай. Ну сам почувствуй, как ты едешь вообще. Да не, дорога нормальная там. Вот где надо, я его включаю. Просто по расходу. А, ну хорошо. Вот здесь вдоль сейчас этой лужи будем ебашить, короче, с тобой. А, подожди, я что-то здесь как-то это... Стой, я не сюда, блядь. Блядь, куда ты въебал? Вот куда сюда сейчас въебал? Прям по луже надо ехать, видать.
Пилорама, блять. Сейчас. Вот точка, здесь это разведано написано, открывать надо, да? Ну открой, не разведано, но вам ехать надо в гараж тот нижний. Ага. Так, да я посмотрю, куда нам здесь я сейчас. Я что-то переехал, походу. Короче, пока так едем, чуть правее держаться. А вон там дорогу уже вижу справа какую-то. Так, вот здесь давай посмотрим. Также вниз, наверное, едем, да? Поехали вниз, короче. Подожди, как нам здесь лучше ехать? А, вон дорога будет слева, видишь? От нас, да, слева немножко, вот туда. Налево, да. И там будет уходить дорога, вот мы на нее свернем. Блять, охуенно, да, хуячи стандартный? Прёт он, да. Похуй вообще. Читы хуйня. Вот где-то здесь сейчас будет отворотик, по идее. Приблизьтесь. Во, блядь. Диман открыл что-то, ну-ка. Сука, там лужа, ёпты мать. Разворачивайся. Вы, обратно. В принципе, спускайтесь по этой дороге, наверное. Только пули не там, наверное, едет. А, ну он там через лесок проедет. Спокойно. Так, блядь, а нам с тобой... Точка в такой говнине была. Угу. Я тоже открывал одну точку в канаве, там Тёма видел. Блять, похуй, едет на третьей, поебать. Я на пятой по обочине еду, вон обгоняю тебя сейчас справа. Угу. Понесся, блядь. Здесь на пенек, главное, не сесть еще. На пенек сел, сотку должен, блядь. Так, давай, для той воды вот сейчас и посмотрим, куда. Косарь должен, да. Еще коптит, дымит, блядь. Как будто, блядь, электрическую тверь хуярит, нахуй. Ёпта, там река дальше. Пожарка, смотри, стоит. Поезд, смотри, заваленный стоит. Пизда кому-то. Чё, да, мы правильно едем? Ехать. Я так не думаю. Там одна дорога уходит вон правее, одна левее. Да-да, ехать прямо, короче. Подожди-ка. Сейчас. А, ну да, мы уже к лесоповалу. Это, видать, и есть тут лесоповал сейчас будет вот за этим холмом. Налево, да. Да не налево, пожарка, вот здесь, наверное, должен быть он. Чуть слева. Вот он, наверное, да, зона погрузки лесоповала, все, вижу. Все, мы сейчас с тобой здесь ближайшие пилорамы быстренько откроем. Нахуй сразу. Ты туда-то поехал, пизду, так, блядь. Так вот, заезд прям. Да хуе заезд, блядь. А там выезд, да, смотри, смотри. И здесь выезд по кругу. Да я так же могу. Так, сейчас я загружусь, подожди, быстренько. Что там у нас? О, блядь. Так, сейчас я тут развернусь тогда, а ты загружайся. Ой, блядь, здесь такой этот, под наклоном. Нормально, блядь. Так, теперь смотрим, давай, пилорама, где у нас? Мы можем вернуться, в принципе, сейчас к той же, на севере, открыть пилораму тогда, да? Поебашили туда. И сразу пилораму ту закончим. По правой карте все будет у нас готово. Блять. Че у тебя там? Да пни ебаные, сейчас подожди. О, мост. Блин. Мост через всю эту хуйню есть. Ебать, там мозг ебут, короче. Да там пуля, как всегда, сам по себе, видать. Некомандно работает. Молчит, не подсказывает. О, гад, блядь. Блядь, как хорошо идет-то, да? Он вообще идет, дай боже, здесь. Так, тут лучше на газон выехать, пошустрее пойдет. Ох ты, с горочки поехал. Так, где мы здесь?
А, ну короче, по этой дороге едем. Блять, я уже не парюсь, что он упадет, и просто прям... еду. Похуй. Не, упасть он может, все-таки на наклоны обращать внимание надо. Блин, ну с текстурами с этими прям так все насыщенно, красиво, да, стало? Угу. А нажми эту хуйню. Ебать, туман какой-то, блядь. Да-да-да, так что текстуру мы хорошо что поставили. Все такое цветное стало, яркое. Ну хоть почетче, конечно, тут с туманом ездить. Ой, ебать, а ты бы к точке ездить. Ехал тогда. Чего ты говоришь? А, ну ладно, заправимся и по разным точкам можно поехать. Слушай, да, нам да, после да. этого надо будет о заправке что-то думать. У меня 120. У меня тоже 117 сейчас. Так, а здесь мы никак не срежем где-то. О, вот заправка. Не, наверное, опасно будет прям напрямки. Давай вот так с краешку все-таки объезжать. А который час сейчас? Ночь. 20:09. Скоро стемнеет, да? Скоро стемнеет, да. Вам надо гараж бы открыть до темноты. Да. Только нахуй подожди. Да вот так сейчас, здесь же лужи и едем в пилораме. Да лужи хую, блядь. Дальше куда? Я вот смотрю по карте. Смотри-ка. Я правильно еду? Нет. Правее взять? Левее надо. Подожди, стой! Какой левее? Правее. Ехай правее, правее, там дорога. Да. Смотри на карту, короче, где ты стоишь. Ну. Мы проедем чуть здесь по дороге, потом поедем по большой через заправку. Повернем налево. Давай сначала там выгрузимся будет. Сейчас и посмотрим, как будем. Блять, я и говорю, что мы. А, ты сюда хочешь? На эту пилораму сразу скинем, блядь. Блядь, да я что-то на ту смотрю, сука, с дуру. Блядь. Не, сразу эту давай откроем. Она ближайшая, и все, у нас правая блядь, сторона готова. Это реально будет. Пиздатая карта, нахуй, на самом деле. Слушай, я застреваю немножко. Я сейчас, конечно, за дерево себя тут вытащу. Все, я сел. Сейчас я себя за дерево. Вот так, блядь. Мы-то уже спецы. Во, блядь. Лебедка тут, конечно, рулит. Блядь, прям слушай. Прям темнеет, сучтёра. Прям темнеет, согласен. Слушай, я, походу, не сюда забурился, блядь. А я к гаражу подъезжаю уже. Вот, сгружайте вот там гаражные части. Все, я пробрался здесь нормально. Ну ты здесь, я по дороге поеду. Да, сейчас мне надо прям направо брать. Блять, как он тяжело здесь у меня идет, а? Вот жулик обогнал меня. Гараж недоступен, ну нужно больше очков. Подожди, Саня. Да, ты сгрузил, сейчас с пули доедет, подожди. Тоже сгрузит туда. И там вы оденете уже для лесовоза все. Сань, погоди, ничего не делай, сейчас я сгружу. И там выеду. Сейчас я прям проеду. За тобой. А, ну нет. Подожди, вот здесь я встану, получается. Может мы дальше поедем. Ща! Получается, гараж-то и не открыл нихуя. Ты только две части привез. Остальное пуля должен. Здесь команда и работает. Все, мы открыли пилораму, короче. Вот а эту. 8 пуля? Из 8 сделано. Я не знаю, где пуля. Че он молчит-то, блядь? Давай, Пулевич, к гаражу. Потерялась тебя. Так, сколько у нас топлива? А слушай, а мне его ждать обязательно? Вот рядом с нами заправка, туда поехали. Налево поворачивай прям. Ну не по воде я. Куда ты уехал опять, хуй знает куда. Ну там мы выйдем через деревья. Диман, там координируй пулю тогда. Пуля, назад едь. По карте назад. Прям все четко видно. Чего? Не слышу ничего. Да как так-то? Музыка в салоне орет, видать. Да. Сабик мощный, да? Ты это, назад разворачивайся, едь ко мне. Карту, с картой сверяйся, посмотри, как там на карте, где ты.
что-то куда-то. А, да, направо. На карте дороги-то нету. Там видно прям дорога, где идет. Кусочек такой черный ее закрывает. Блять, сейчас всё, я даже. След же есть, след. Вижу, вижу. Я через лес вообще хуярил, не по дороге. А сейчас там откройте у гаража обязательно точку неразведанную, чтобы этот. Слушай, я застрял, Тёма, да. Подожди. Сейчас я пулю дождусь и поеду туда. Тёма, я застрял, Тёма. Где ж ты, блядь, успел? Тёма, я прям за тобой ехал и застрял. Сейчас лебедка, если за что-то зацепится, нихуя, возвращайся за мной. Да где-то я тебя не вижу, но. Я прям конкретно все сижу, у меня ни вперед, ни назад. Сейчас колеса вроде выкрутил, чуть-чуть что-то шевелится, но без толку. Помощь, короче, нужна. Прям конкретно сижу. И лебедка никуда не достает. Тёма, пожалуйста. Да подожди сейчас. О, приехал. Вот отсюда меня вытащи, да. Стой так, прям перед у меня. Слушай, ничего. Вот, мне немножко выбраться. Откройте точку неразведанного у гаража сначала, а потом уже кто-нибудь один съездите, откройте ее. Ты разгрузи, чтобы вы открыли гараж. Слушай, а тут пишут, гараж недоступен. 0 из 4, нужно больше очков. Так вы разгрузите очки-то. А как их разгрузить? Подъехай, стой. Стой, 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 Тёма, стой! Сейчас я тебя попробую поднять. Стой так. Нет смысла. Попробую, подожди, я тебя зацеплю лебедкой и потащу наверх. Да, что-то я перебрал. Да подожди. Сука, надо было чуть-чуть. Сейчас, сейчас зацепь ебанутый, блядь. Сейчас. Саня, а как очки разгрузить? Заезжаешь в тот квадрат. Да. И там прям у тебя появится разгрузить. Мы груз не взяли, пуля говорит. А, ну и пиздец. Вы в каких машинах ехали? В кразах в этих? Ну да. Почему не взяли? А как его взяли? Мы же... Вы с прицеп... Вы были с тентом таким? Нет. Нет. А в каких вы ехали тогда машинах? Вы пересели там в машины? Синие кабины. А там Урал. Не было. Некуда было пересесть. Голова без кузова. Бля, чё ж вы сразу-то нам не сказали? Только. Без прицепа, само собой. Сейчас беру. Так, платформу лесовоза снять. Где этот? А, вот, гаражной части. Ты 2 очка взял, и я 2 очка. Ага. Все, погнали тогда. Ё-моё, все нам самим, походу, придется здесь делать. Ну вы же не сказали, Саня. Ты же не сказал. Ну пули-то знает прекрасно. Я-то первый раз вообще играю вот а так. А чё знает пули? Я вот увидел машину, сел в неё. Гаражные части нужны, чтобы открыть гараж. А-а-а. Ладно, мы едем сюда. Вы можете восстановиться. В принципе, давай их отправим на пилораму тогда. Они могут восстановиться здесь сейчас, в этом гараже, в северном. Тёма, да? И поставить себе все эти лесопилки и поехать на лесо этот, ну, загрузиться. Парни, ну, давайте, восстанавливайтесь в нашем гараже наверху. Ну и пускай цепляют и на лес повал. Да-да-да, и пиздуйте на лес повал. Восстановитесь в гараже у нас, слышите? Подожди, я точку-то хоть открою. Открой точку и восстанавливайся в гараже. А потом ты скажешь, что надо сделать, чтобы восстанавливаться. Да-да-да. Так, Тёма, как мы с тобой поедем? Давай поглядим. Нам надо сейчас направо тогда уйти, да, наверное, здесь поднимемся. Нет, вот так, пока. Пока так, да, чуть дальше подняться. Пулевич, Диман пока открывает точку, восстанавливайся в гараже. Так, 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 так. Блять, я опять здесь сяду, наверное, сейчас. Не. Ёлки, ты моталки, а? Ну ладно, тем этот ощущение острее. Чё? Да, не, все, еду, еду. Я про наших пацанов говорю, ощущение острее. Ну пускай, ну чё, блядь, всё научиться, бывает, да, мы тоже в первые дни мозги здесь ебали. Налево так, сейчас. Так, тут есть гараж, Берц трейлер, да? Жди Димана сейчас сначала. Пускай он там точку откроет и восстановит в гараже. Я уже в гараже. Ну, Димана, жди, чтобы мы сразу
обоим говорили. Так. Подожди, ну давай скат. Пиздец, конечно. Куда ехать? Блять! Все установили, и Диман, и ты? Да. Езжайте вниз на лесопо... Нет, пуля, объясни Диману, как ставить тогда. Димон, снять гаражные части, установить платформу лесовоза и сцепление. Платформу лесовоза и роспуск. И езжайте вниз на лесоповал. Там... Чего про платформу лесовоза и что еще? И прицеп роспуск. А мне пуля сказал сцепку, блин. Прицеп роспуск. А, положите свой грузовик правильно. Там отъедь, ну, как-то, да, чтобы сразу ты на выезд у тебя морда смотрела. Ну там пуля стоит. Или ну стоит. Пусть пуля отъедет, ё-моё, вы что там решить не можете? Блять, да можем мы решить, вот он встал, мне выезд заградил, ё-моё. Блять, сказал ты ехай, блять, прицеп просто, да? Да. О, утро. Да. Так, нам скоро налево. Да, сейчас. И что, куда нам теперь? Лесоповал вниз, ебашьте, короче. Видно дорогой, которой мы ехали. Там чуть-чуть по болоту объедете. И вниз, вниз, вниз к лесоповалу. А так к нему не ух переместиться, ты. Да? Тёма здесь как конкретно. Так к нему не переместиться. Охуеть, взял, выехал, охуенно вообще. Да, прёт он. Как они гаражные части не отвезли, блядь. Тут вообще не провалишься. Едь как хочешь. Блять, как не отвезли? Их не было, поэтому не отвезли. Какие машины дали, на них поехали. Так вы когда открыли туда, где мы вам сказали, надо было пересесть. Ну ладно, все нормально, все научитесь. Ну, день два, все будет. Придрочься, да. Да, все бывает. Я тоже, меня он сержант учил здесь очень долго. Тёма, как едем, все правильно? Небось, угу. За пиздюлей дело доходило. Да. На меня орали все здесь, матерились, блядь. Блядь, сказал, говорит, не так, он, блядь, я так, блядь. Подожди, что-то мы быстро едем как-то с тобой. А, ну все нормально, в принципе. По этой дороге едем и едем. Сейчас там налево будет поворотик. Налево, да, здесь? Нет, дальше. Как дальше? Там дальше куда-то... А, да, дальше, блядь, ты прав. По мосту, короче, проезжаем. Угу. Хера там, да. Мост, слушай, красивая карта. Ну, тогда, прикольная. Да, Кразик, конечно, красавчик этот. Так, а где там, говорите, Тёма чуть не упал, или кто там чуть не упал? Не чуть не упал, он упал. Это где? Ну это в самом начале у нас еще было. Там аккуратно, главное, езжайте, чтобы вас на бок не завалило, особенно с бревнами. Да у нас еще бревен-то нет. Ну я знаю, да, когда загрузитесь. До бревен там без проблем доехать-то. Так, сейчас едем пока прямо, потом направо. Блять, как он прет, он просто едет на. Слушай, где-то здесь поворот должен быть, наверное, вот этот и есть. Вот он, да. Блять, дрифтует аж нахуй. Да. Помыл колеса. Ну, лячи такие прям, как ваннушки, блять. Не, машина вообще классная это. Вот, то этот, обыкновенный, стандартный, да, прет и все. Ну, правда, вот там бы я без тебя бы не вылез. Реально, он застревает, ну, все-таки. Нет, он, я выехал же, ну, ты где-то ебанул, да. Озеро по бережку проезжали, вот это. Ну, там вдоль так ехали аккуратненько, да. Смотри, здесь кто-то посидел уже как-то. Нарыто так. Канава такая, ебать. Надо было туда попробовать сесть. Так, а мы сейчас с тобой отсюда как раз откроем гараж, поедем через заправку, она тут рядом. Как раз нужно. И на лесоповал, и там с ними встретимся. Опа, модель еще одну разблокируем. Так, сразу развернуться, наверное, да? Или стой, или там прямо будет выезд. Да, можно будет прямо выехать, смотри. И там налево свернем. Дрифтом, похуй. Через лесок, да.
Сейчас. Бля, вот стой, сюда. Я хочу старенький взять кразик. Сейчас загружу. Все, гараж открыт. Так, теперь мы сюда ставим. Блять, надеюсь, не пиздец там. Платформа лесовоза. Блять, старый так смотрится охуенно. Такие, блять, колеса. Сука, хорошо. Я хочу на старом, блять. Ну давай. Так, я на заправку тогда сейчас двигаю. Заправка в таком месте, конечно. В непонятном немножко. Да, лучше по дороге здесь сейчас налево. Не хочешь на стареньком? Не, на этом поеду. Блять, нет топлива. Тогда пересаживайся обратно. И ремонт охуеть. А, слушай, у меня топливо сейчас, в принципе, 200 литров. Нам даже сейчас без заправки ходки хватит сделать. Поехали без заправки. В смысле, блядь, заправиться надо? У меня 200 литров из 270. О, ёпты, пожарная машина, смотри. Да-да-да, пожарка там. А ты куда поехал-то? Налево, смотри. На лесоповал. Кстати, бензин-то маловато, блядь. Сколько? 150. Хватит. Так, нефиг на этом, на полном приводе было гонять. Так, подожди, стой, ты чё одел-то? Этот, ну, прицеп-роспуск и лесовоз. Подожди, я нихуя не одел. Давай, одевай и по дороге езжай. Нам бензина хватит с тобой. У нас 190 литров. Ну да, 200 почти. Вот, сейчас там сразу так по кругу встаньте, так развернитесь, загрузитесь. Чтоб без проблем оттуда выехать вы смогли. И смотрите, машину кренит серьезно, так что там аккуратно езжайте. Это в квадрат вот в этот, да, на лесоповале? Да, Димыч. И там будет прям загрузить, и у тебя машина полная бревен будет. А везти их куда? Вот сейчас как загрузитесь, посмотрим карту, куда вам попроще пилорама, ехать. Куда еще? Ну, на пилораму, да. Но не на ту, что на севере, мы уже ее сделали одну, там, 8 из 8. Так, лесоповал, загрузить там, и три вида бревен показывают. Средний. Загрузить средние бревна. О, загружено 4 очков средние бревна. О, чтобы открыть пилораму, надо 8 очков. 4 ты, 4 пули. Вы сейчас тоже пилораму загрузите одну. Тёма, по этой дороге вот прям езжай, никуда не сворачивай. Так, блядь. И на какую нам пилораму так, ехать? Ну давайте посмотрим, куда вам ехать. Куда вам проще будет. Слушайте, сейчас я вот эту точку открою неразведанно. Если она, то можно... А, и в принципе вам можно... Сейчас я вот эту точку открою. Она куда-то здесь через лес идет. Постойте там пока, покурите. Здесь где-то справа эта точка должна быть. Ты лучше меня координируй, где точка сейчас, Диман. Открой карту F1. Вот точка у тебя правее. Еще правее. А, все, вижу я, все. Все, окей, сейчас открою и посмотрим, как вам лучше будет ехать. Все, готово. Вот теперь давай посмотрим. У нас осталось две пилорамы, они обе в левой части находятся. Вам надо сейчас, в принципе, ехать, наверное, вот где я стою, вот здесь. Через заправку вот эту. Заправитесь заодно и к пилораме. Либо вот этой южной дорогой, как я, ебашьте, короче, вот где сейчас Тёма едет. По этой дороге вы приедете к пилораме. Я думаю, что вам хватит топлива. Блядь, я думаю, как лучше, что пилораму. Ну вот посмотри, да. Ну я думаю, что где Тёма едет сейчас, где я ехал, вот этой же дорогой езжайте к пилораме. Ну да. Она хорошая, да, дорога, там без проблем. А чё я пустой-то еду? В смысле пустой? Ты чё не взял? Тёма, ну ты-то чего? Не установил, так мы еще не доехали, блядь. Не, я имею в виду, так ты устал. А ты установил, блядь, хотя бы всё? Пидорас, блядь. Посрался, сука. Пизда нахуй. Я думал, бревна везу, а тут хуя. Пули еще даже бревна не взял. Прикинь, мы их опередили. Гаражные части скинули. Их опередили здесь. Кто тут?
это я тут стою. Да-да-да, а я заезжаю. Сейчас я загружусь, пуля, подожди, не мешай. И поедем по дороге туда, в ебеня, блядь. Да, сейчас я... Так, ты там выезжай пока, Диман, туда. Ага. Чтобы не мешать здесь никому. Я тоже сейчас на разворот здесь. Эх, вы здесь, где, конечно, разбили. У вас сколько бензина? У меня 145 литров. У меня тоже 150. Сейчас давайте вместе посмотрим. Сейчас я отсюда выйду, чтобы не мешать вам. Развернусь, встану. Какие? Средние, да? Средние, да. И мы сейчас с вами сразу обе пилорамы откроем, короче. Бля, сука, тут опасно. Так, давай смотрим карту, короче. Смотрите, у нас вот с вами две пилорамы. Езжайте по этой дороге, вам, наверное, проще будет. Диман. Южной дорогой. Вот здесь тут такая яма, блядь, стрёмная. Я нормально там сейчас проезжал. Южной дорогой езжайте тогда, короче. Если что, у вас по ходу пьесы будет заправка. Вы туда заедете, заправитесь. А мы заодно откроем здесь точку неразведанно. Мы с Тёмой поедем чуть-чуть по харду. Да, Тёмыч? Угу. Откроем сейчас вот эту с тобой точку. А, ну тоже нам сейчас сначала налево здесь выехать. Все, я погнал. В общем, увидишь, блядь, как я буду ехать. Блядь, я в говнище засел, а? Если что, мы тебя сейчас вытащим, мы пока все рядом здесь. Такие скоты битком забиты, на. Я что-то не пойму, мы втроем, что ли, едем? Ну, мы с тобой вообще вдвоем, а пуля пусть с Диманом едет туда. Ой, слушай, а здесь этот поезд стоит. Я хотел здесь переехать. Так, надо тогда, где Диман, сейчас налево, блядь, выезжать. Здесь мы не проедем. Блядь, ну тут пиздец. Диман, сейчас мы к тебе едем, мы сейчас по одной дороге с тобой будем выезжать. Топливо-то я просто засел, короче, в говно. Сейчас чуть перевернусь, наверное. Ух ты, блядь. Слушай, звезда, какие-то пеньки стоят, мешают мне тоже. Я что-то хотел на дорогу выехать, блядь. Вот слушай, я тут в какие-то пеньки упираюсь тоже. Надо было где Диман мне выезжать. Блять, а ты туда достали. Поехал. Вот. Тебе назад, а направо, если проедешь. Ну, это вряд ли. Я здесь на пеньке, а как мне назад выехать? Сука, неужели я здесь застряну сейчас? Ехать и по дороге дальше. Как тюлени, да, на берегу? Так это, подожди, Пулевич, на лебедку меня возьми. Сейчас. А как ее, кстати, сделать, лебедку? В и лебедку. Сань, нет. Нихуя. Давай пытайся ехать всё, через лес. Сейчас. Нет, сейчас я здесь выйду. Блять, пиздец. Ну чё ты, блять? Вложил лебедку. Все, я вроде выехал. Чё, пуля? Лебедку предложил. А, да, вижу. Колеса ровнее чуть сделай. Налево. Тёма, мы уже с тобой спецы, я все развернулся нормально. Все. Направо крути. Ты мне говоришь? Давай, еще тащи, правее. Все, окей, да. Блять, тише, правее делай, до конца правее, блять. Тихо. Ух, ебать, вот это жестко было сейчас. Ну молодцы, выехали, да. Так, как отцепиться-то теперь? На крестик нажимаешь и все. Все, отцеплена. Такие тяжеловозы едем, 4. Тёма, мы сейчас с тобой, смотри, чуть-чуть доезжаем здесь и уйдем направо, наверх, заодно точку неразведанно откроем. Наверное, где так. Где точка погрузки? Туда? Да, я думаю, давай той дорогой как-нибудь проедем, наверное, да? Какого ж хуя, зачем нам туда-то? А чё ты хочешь, как? Нам заправиться, кстати, будет, Пулевич. Там дороги нету. Думаешь, нам не надо, будет, блядь, дороги туда? Нет, там нет дороги, сам посмотри. Нет, а через там, переезд, блядь, мы не переедем, разве там? Через переезд поехали по харду, попробуем. Чё ты? Где точка погрузки? Да, где не разведано сейчас. Вот туда мы с тобой свернем направо. А парни пусть едут югом через заправку тоже. Ну не получится, ну развернемся как-нибудь. Зато новую эту
Узнаем. Левей, возьми, ты что, у тебя заваливается? Кто? У тебя заваливали сейчас бревна. Да нет, нормально. Левее берите. Вам южная дорога ехать. Открывайте карту, смотрите вообще. Некогда. Остановился, открыл, посмотрел, поехал. Да я уже смотрю, нормально все. Карту срисовал, посмотрел, поехал. На телефон ее сфоткай и сиди, смотри рядом. Я телефон не фотографирую. Пиздёж. Правее, блядь, там жопа будет. Там. Правее мы поедем. Да, правее мы поедем. Правее мы поедем. Чё за... Потому что мы это, немножко уже шарим. Сказал. Мы и будем вытаскивать. Вы с Димоном друг друга там вытащите. А мы лебедками умеем пользоваться. Ну, если что, вернетесь, что ж делать. Мы попробуем по харду все-таки. А мы по харду поедем. Мы по харду поедем. Лужа красивая, да? Охуенно прям. Я бы сейчас искупался здесь. Ныряй! А вы, пацаны, полный привод включаете? Нет. Конечно. Я еду только на заднем всегда. Пуля вот явно экономит, полный привод не включает, только в крайних ситуациях. Но он пиздит, естественно, ему воздается, блядь. Конечно. А как же, нихуя себе, блядь. Наебал, зато победил, на. Слушай, у меня здесь... А, ну все нормально, а то я завалился на правый бок. Да хуйня это. Блядь. Блядь. Сука, как будто натурально вот везем что-то. Ну так и есть. Я прям сейчас сижу, у меня руки реально, как будто я руль кручу, блядь. Прямо аж это. Гидрочёма. Да, бицуха вся аж напряглась. Перегазовочку надо делать просто, мой секрет. На повороте. Вообще, без поворота. Вот сейчас нам с тобой надо точку неразведанно, короче, открыть обязательно. Блядь, ты мне какое-то здесь бревно у тебя выпал, я в него застрял, блядь. Все нормально, еду. Так я в него и уебался. Да, вот я об него и застрял. Ладно, поехали пока прямо. Дальше прямо по этим лужам, Тимо, да? Ну да. Наверное, да? Да, наебет сейчас. Блядь, смотри, где точка-то, блядь. Эти же поехали направо. Сказали, что не сможем ее открыть? Подожди, сейчас открою. Я думаю, на заправку еще надо заехать. Сколько у вас топлива, скажите? У меня 112. Бля, у меня 90. Так, давай посмотрим, Тёма, сейчас ты ее открыл? Во! Да, заебись, вода! Мы сейчас здесь с тобой и едем. Тёма, езжай так вот. Нам хватит с тобой бензина. У меня 90 литров, у тебя сколько? Сотка. Ну и все, заебись. Миш, а ты боялся, что здесь дороги не будет. Все вообще путем. Эх, фары надо выключить, они сейчас мощность тоже забирают двигатели. Птицы ебаные сидят. Ой, слушай, а здесь что за этот за переезд? Дороги-то нет, что ли? Слушай, а как фары выключать тут? Аж. Но они ничего не забирают. Мощность только? Да. Мощность бензин забирает. Слушай, а будет ли там переезд? Здесь развилка. На карту посмотреть. Нам куда надо ехать-то? На самую левую пилораму езжайте, да. Едем. Вы на самую левую езжайте. Ну я не знаю, как у тебя карта стоит. Едь давай дальше. А, да, на самую правую. Да, так слушай, что тебе говорят-то. Я сказал, блядь. Я сказал, нахуй, куда ты, блядь? Прямо, да? Да прямо хуярим по дороге, блядь. Слушай, здесь, походу, у нас нету переезда или есть? Направо есть. Слушай, мы прямо-то проедем? А дорога показывает, как будто проедем, блядь. Карта, по крайней мере, показывает, что как будто проедем.
Зачем направо? Стой, 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 не езжай направо. А, ну да, ты может куда быть и направо. Блядь, поедешь, на... Блять, слушай, так, мы с тобой подожди. Здесь. Надо, походу, направо нам все-таки и объезжать. Так, вообще, смотри, поедем направо, чуть левее, левее. Там мы спустимся. Либо доедем до заправки на севере. Нет, нам через заправку хуячить. По любасу, нахуй. Там, здесь потому можно, что завалиться где-то можем, да, наверное? Угу. Я смотрю, там какие-то камни просто. Без груза бы мы бы спокойно там проехали. Тёма, ты не там стал заезжать. Сейчас я тебя вытащу. Я здесь объехал чуть левее, спокойно. Блять, ты зря здесь поехал, конечно. Сейчас, 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 Тёма, стой, я зацеплю тебя. Хуля, у тебя сколько бензина? 103. Скажешь, как стоп, Тёма? Ну давай, заправимся. Бережёного, ты говоришь. Здесь слева заправка? Ну да, где мы были? Мы там были уже. Блять, Тёма упал, что ли? Ёбаный компот. Покажи, покажи дорогу, я заеду, заправлюсь. Тёма, ты здесь? Я просто смотрю на это и что-то думаю. Возвращайся в гараж, пиздуй за брёвнами, что здесь думать? Нет, я ещё не упал. Ну, а я тебя не смогу поднять. Возвращайся в гараж. Всё, пиздец. Я поехал. Как так-то, блин? Я вот, бляха-муха. Ну я поехал на пилораму. Слушай, а может мне все-таки тоже здесь рискнуть вон и налево поебашить? Дай-ка я не проедешь. Попробуй, блядь. Давай. Блядь, сказал. Я нахуй, хочу блядь. Сложности, блядь. Может быть получится. Я хочу мигалку на крышу. Блядь, нет, наверное, все-таки я здесь или пройду. А если я доеду до финиша, все, больше ничего чё? Не надо. Ну раз. Да что... Не, ну а чё, мы если пилорамы все сделаем, то да, ничего не надо. Я сейчас посмотрю. Ну тебе, может быть, придется да, возвращаться опять за лесом, вдруг Тёма не сможет довести. Ну хотя сейчас-то второй раз он уже так не накосячит, наверное. Да сможет. Блять, а чё не заправляет? Так ты заедь туда, нажми, ну, и у тебя высветится окошко, заправится. А она сама автоматом у тебя вообще заправится. Я движок даже... Тёма, а в каком тебе гараже лучше восстановиться, подумай, там может быть... Не, с южного, наверное, быстрее будет, там дорога хорошая. На полностью доехать. У тебя там это окошко станет красным, Димон. Всё, заправила. О, красавчик. Блять, у меня 50 литров осталось, Тёма. А, ну здесь заправка наверху будет сейчас. Ну там заправка. А, заправки-то блядь, нету. Выехал. Слушай, заправки-то нету наверху. Я знаю, вот сейчас Пулина предназначение, наверное, какое. Он мне бензин повезет в цистерне. Заправка, доехал, видишь, на другом берегу. Сука, 45 литров. Я могу тоже не доехать. Будем надеяться, конечно. Кулевич, а ты что, заправился уже, что ли? Да я не стал заправляться. Так, где у меня этот съезд будет? Съезд будет дальше налево. Да, с топливом я здесь немножко не подрасчитал. Я думал, заправка-то здесь, а она на том берегу. Thank you.
Чё ты, как, Тёма, у тебя там дела? Да еду. Блять, у меня 30 литров осталось. Доеду, нет, вот тоже сижу, думаю сейчас. Если что, цистерну себе повезу. Так, сейчас налево, налево. О, бля, сейчас в гору в такую подниматься. Димон, дизель орёт, не слышно ничего. Чё? Дизель орёт, говорю, не слышно ничего. Такая же хуйня. Сам в ахуе. Так, подожди, я сейчас здесь топливо не тратить. На лебёдки, может быть, немножко. Нет, это хуёвая идея. Так, а с этой стороны есть дерево, вот. Да, отлично. Вот так, блядь, лебедка вообще рулит. 27 литров, народ. Походу я себе поеду за топливом. Сейчас здесь возьму на газон, может пошустрее. Слушай, Саня, а можно прицеп твой забрать, допустим? Нет, к сожалению, этот нельзя. Лево. А, ну здесь пока нормальная дорога, пока без грязи еду. Может быть, мне хватит все-таки. Мне главное, чтобы грязи сейчас много не было. То тогда я спокойно доеду. 20 литров. Блять, я уже вижу пилораму. Где пилорама, сука? Да где тут 20-15 сразу? Ты че? Ну, быстро у меня, да. Так здесь грязюка. Я сейчас отключил дифференциал, полный привод. Еле-еле здесь ползу. Здесь просто... Ну, у вас дорога может быть хорошая. А у нас тут грязь, блядь. Такая еще глинистая собака. Не, надо въебать все и выбраться сейчас. 13 литров. Пилорама, вон уже вижу табличку, блядь. 11 литров. Ну же, сука. А нам, слушай, на ту, на которую ты едешь, или на другую? Нет, нет, на другую. Есть, блядь. Есть, блядь, нахуй. Сейчас... 4 очка привез. Мне пуля в жопу въехал. Фу, не, блядь. Не, дистанцию соблюдаю. Да, ну ладно, не гони, блядь, меня сейчас. Пиздит опять. Я стоял, карту смотрел, он мне в жопу въехал. Нет, нет, иначе груз потеряли бы такого. Тёма, я довез все. Я дал, блядь. Так, сейчас я пересаживаюсь, короче, вот сюда. И открою. Вот какая-то точка неразведана написана. Но по сути она разведана. Я не понимаю, в чем это дело. Ну, давай попробуем. Вот так, наверное. Так, мне надо этот отцепить. А, отцепить его нельзя. Ладно. Темнеет у нас. Стоям бы. Скоро пилорама, Димон. А? Пилорама скоро? Да не. Че, вот где озеро проехать? Там, блядь, показывают вроде как еще одно там впереди будет дальше. Там какая-то жопа вообще. Посмотрим. А почему у меня никуда не хочет пересесть, блядь? Здесь вот, ладно. Тогда на север карты пойдем. Во. В маленький Урал я сел, короче. И поеду открывать точку неразведана. Слушайте, что значит, в Новом Урале нету этого, да? Лесоповала, блядь. Получается, да. Ну, мы не увидели. Блядь, вот это я в хуйню заехал. Ладно. Сейчас я посмотрю, сейчас я в гараж. Ну-ка. Так, ремонтные очки, газ, бэкап.
Просто не может быть, чтобы на нем не было. Сейчас я проверю, блядь, все. Там можно установить газы, баллоны там. Сейчас, братан, все посмотрим, секунду. Посмотрим. Не открывай. Сейчас я ее открою, блядь. Нет, ты не откроешь. Открою, вот она. Взорвёшься, на. Готово, все, сгружайся. А там еще одна неразведанная. Где? В углу. Ну ебался. А, слушай, мы на той заправке не были. Может быть, съездим туда? Да ладно, сгружайся. Давайте ехать. Сгружайся. Хер с ним. Не надо. Подождите, давайте съездим, откроем. Блин. Давай, сгружайся, все. И тут прикол такой, да? Нисхуя. Таран-таран-таран. 1:20, все задания выполнены. 576 литров израсходовано. Пройдено расстояние 10 километров. Пули у тебя сколько? Ах, блядь. 6. Нормально, блядь. Проёбщик. А литров 294. Красавчик. Проёбщик. Дальше.